Хей, йо, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands The Pre-Sequel. Так, фризоиды. Заходим. Конкордия. Скорее всего, это город с мирными жителями. Наверное, потому что мы же сюда должны были, да, по сути, прийти. Либо это город мародеров. Одно из двух. Так, новокофейное рассечение заставляет врагов истекать кровью. Блин, уже скоро Новый год. Нужно будет закупиться новоконями и играми. Добро пожаловать в Конкордию. Ранний город. Так, найди чувака управления городом. Найди чувака, который управляет городом. Отлично, войти в Конкордию. Там взрывная пуха. Бачочки. Все, лутаем сразу, все смотрим на хорошие сундуки. Пытаемся натыкнуться. Бабло. Что ты наделал? Это ты сделал? Так, не с места. Просто дай ему документы на вход, живо. Давай. Мои документы должны быть остались в другой постирке пальто. Нарушение статуса аморально выбрать так паспорта. Выпишу тебе штраф. Нет, вы поняли меня превратно. Я ведь буржуа и говорю на многих языках. Выписывай второй. Обожаю правила. В правилах сила. Так, штрафная квинтация. Система так, подавления за нарушение статуса аморальное. Вербальном пространстве. Следуй за мной, или получишь третий штраф. Пошли. Пройдите за или войти в... Нет, спасибо. Я иду, чел. Да, это Конкордия, самый могучий космопорт Элписа. Жаль, что из-за так набранных штрафов ты увидишь ее только... из окна здания. Дай ему арбатрон. Он будет вести себя очень спокойно. Так, что здесь? Есть какие-то новые квитанции? Викер. Дехал. Типа фильмы, да, или что-то типа того. И? Ну да, ладно. Отлично. Ты в полной готовности, да. Говорила же, я ты так прикинешь внутрь. Теперь давай без меня. Пройти к дезинфектору. А, пройти в сектор дезинфектации. Добро пожаловать, граждане. Ты, я слушаю, медсестра Нина. Залатать тебе до краев. Или что там было? Иди наставай на площадку дезинфектации. Не шевелись, когда идет луч. Так, челик, я видел, ты раком доставил немного. Тут кровячка. Сейчас мы пойдем зайдем. Полутаем сразу все. Сестра, медсестра. Так, еще. А, полетели. Ты двигалась себе. Ха, давай-ка в клинику, глупая лапушка. Я сестра Нина, ты проходишь как нужное лекарство, но только если сильно надо. Сестра Нина ненавидит больших младенцев, но настоящих младенцев сестра Нина очень любит. Тебе больно? Вот, на. Хорошо, ты лучше стать. Тогда будет больно опять, покупай лечилки в моей автомате. Ты выздороветь, иди. Окей. А где дверька открылась? Все вижу. Считайте, прибыли в новый городок.
Ага, это место, где было закрыто током. Блин, а где оружие покупать? Это Хакстер, тип, который ты ищешь, зовет себя Мэрифом. Типа мэр и шериф в одном. Идите. Короче, она может нам так помочь, отследить чего-то там. Гиперион по-прежнему платит ему пенсию из фондов моего отделения. Я практически его начальник. Так, нам же дали образ еще с вами, да? Интересно, каково это что-то там. Возможно, открыть. Какой-то сейф. Скорее всего, это хранилище предметов. Не надо так, друг. Иди-ка ты отсюда. Серьезно, так мало пасхалок на самом деле что-то в игре. О, я нашел валюту игровую. И полунный камень. Так, лифтик мы еще пойдем, подождать надо. Сначала город облутаем, поищем, посмотрим, где что, как. И всяк. Так, мне мешает немного. Ясно, попозже туда. Так, я вижу, автомат уже с оружием появился. Думаю, если я упаду, я сдохну. Мне почему-то так очень сильно кажется. О, снайперка. Хера себе. Хера себе, это снайперка. То, что точно нужно... О, стоять. Кажись, я где-то тебя уже видел. Слушай, челик. Это мы с тобой встречались. Так, быстрое передвижение. Теперь вам доступно быстрое перемещение в две точки с помощью. Давайте посмотрим, какие две точки. Палуба 13.1.2. Это DLC у нас. Школа Купол. Это DLC. Пустошь безмятежности. Так, а сверху я, ну, вряд ли лазил. Я бы даже не подумал, что сверху тоже что-то есть. Так, здесь что-то можно отключить. И что-то только мне шандарахнуло. Где-то что-то здесь. Так, генератор у нас ясновидящий. Я просто сломал генератор. Так, получен уровень безбашенности. Граната теперь так. А где это? Охотник за... Не открыто. Как получай, поцелуй, бла-бла-бла. А ну, самый вниз. Изолятор. Победите дефилд так, чтобы ни один игрок не получал урона от электрического поля. Ясновидящий. Так, отключите поле, защищающее второй М3 до того, как вам поручат это сделать. Прикольно. Так, давайте сразу рейтинг безбашенности вкачаю. Так, емкость щита, уменьшение отдачи, урон от гранат, скорость зарядки щита, задержка заряда. Уменьшение отдачи. Так, побежали, тогда быстро на ту сторону еще посмотрим. Скорее всего, и здесь, да, мне нужно выключить? Да, вижу уже. Солнышек слышу.
Ничего, он взорвал так. Next музыка. Непонятно. Я так смотрю, тут походу ничего нету. Здесь автомат замкнуло. Там есть коробка, но мне туда не попасть. А где внешний вид видел? Стоять. Блин, это походу телепорт. Не-не-не, вот внешний вид, стоять. Где-то он здесь. Потому что отображается. Голова вот. Не голова, это человечек изображен. О, оружие. Фигнем. Ладно. Так, стоять, снайперка. Атлант тоже фигня. Буду честен. Щит. Нафиг. О, использовать. Костюм. Так, бледный как бедняк. Вечернее платье. Все, да. Ладно, погнали сюда. Рептиз клуб мойсь. Ой, мойсь. Этой. Мокси. Ну, игровые автоматы. Играть занес опять. Полетели. Будем на два, на двух автоматах его играть. О! Блин, ну мало. Ну, короче, я окуплюсь. У-у-у. Вот это был, скорее всего, откуп. Потому что я окупился. Вишня, вишня, блин, опять. О, ну... Она, понимаете, это куча денег я трачу, но хера не выиграю. Но зачем, блин? Все, ладно, давайте еще два раза, ну по одному разу. О, ладов. Все. Эх. Облик получили все равно. Это туалет у нас. Так, вниз спуск. Эй, слышь, я тебя знаю. Эй, диджей. Лилит, слушай, а что ты тут делаешь? А, это нижний участок города, да? Так, стоять, сразу в инвентаре активируем. Модификатор. Погнали, сразу модификатора заюзаем и пойдем уже по сюжету. Бля, я хочу голову. А где новая? Я ж открыл. Или меня то же самое дали? Походу, я то же самое выиграл. Ну ладно. Воспользуйтесь лифтом в диспетчерской вышке. Дорогие гости, Гелис. Дело в чем? Сегодня вход закрыт. Нормально?
Какая незадача? Ты же у нас работаешь, мистер дурацкий. Так, благодарим вас за посещение офиса Мэрифа. Надеемся, вам понравится взаимодействие с нашим практической системой. Думаю, есть еще один человек, который может нам помочь. К сожалению, и в бар вверх ногами, это бар Мокси, да? Ну и где Мокс? Погоди, видишь тех двоих? Девчонку в татуировках и парня. Бывший искатель хранилища, спроси, может они помогут наконец-то. Бартон улыбнулся нам. А, стой, вот, Ролан, привет. Бонсуа, меня попросили рассказать что-то от... Так, вторжение Даль на станции. Гиперион? Даль? Есть хоть какая-то разница? Мы решили взять отпуск вместе. Да, просто он хранитель. Хранилище мы больше не занимаемся. Щупальца? Думаю, это больше на части... Так, Алистера. Просто иди поговори с Мокси, черт побери. Меня ищешь, лапочка? Мокси больше... Больше, чем просто друг, да? Ну, она делает танец робота, мне показалось. Диджей Динс. Диджей Динс. Так, поговорить. О, честное слово, великолепная грудь, высокий класс. Обхохочешься. Значит, тебе прислал Джек. Наверное, его, ну да ладно. Это все в прошлом. Что ему нужно? Он попросил меня отключить глуши, ха-ха. Извини, на вашем груди просто чудесные. Не могу удержаться от смеха. Хочешь поймать сигнал? Придется установить передатчик на башню эхо довольно высоком. Простая триангуляция. Так, излучение не сможешь его отключить, только вот беда, предпочел, у меня нет передатчика. Это можно так поправить. Для начала камни, так, по ошибке кофицированной тяжести железякой. Иди к нему и... Я кину данные на эхо. Можно мне еще? Ты что, занят? Что? Нет, я просто похожа на него. Я только что зашел. Окей, 2 минуты, и твой перерыв закончен. А, бармен. Ну это как, не бармен, а официанта. Так, походу мне наверх, да, нужно? Такая, это что такое? Так, не выполним вход выше. Хорошо, это у нас типа для копа. Для копа. Какая большая жопа. Нет? Можно. Ладненько. Макси говорил, вы прибыли за ее лунными камнями. Я почти уверен, что... Так, положил их в банки. Может, посмотрим. Я не очень люблю всякие банки, но их от них есть польза. Так как можно хранить вещи, которые ты не хочешь таскать с собой. А, точно, на самом деле я положил камни не в банк, а в тайник. Столь может забавный хозяин. Он же... Тайник — это место, в котором складывают эту добычу, чтобы она была доступна всем твоим персонажам. Не знаю, зачем он положил ее туда. Положил лунные камни. Так, ну блин. Оружка, почему бы нет? А что, в принципе, все. Так, сейф, вы нашли сейф. В сейфе можно хранить предметы, которые могут понадобиться вам позже. Так, ну, которые вы не хотите искать с собой, оставьте. Но я вообще не вижу, что я могу пока себе оставить. Из этого такого ничего не нужно. То, что у меня имеется. Ну, кроме дробаша, хотя... Стабильный тра-та-та. Повышает стабильность. Так. Фигня на самом деле. Так, теперь мне нужно найти железяку, да? Тайника взять. Да, взять. Надо было остаться на Гелиосе. А, верно. Лунные камни все это время были у меня. Смешно, да? Серьезно?
Жалко, он не может сам себя оштрафовать за тупость. Возьми лунные камни и отнеси их на черный рынок. Подобности в эхо. Так, общий тайник, вы нашли общий тайник, бла-бла-бла, для всех персонажей. Покажи лунные камни парню, который сидит там. Он что-то там. Я заказала несколько передатчиков, так, пока не решила. Это Джейн Спрингер, тут все время как бы случайно со мной. Так. Мне нужно черный рынок найти. Черный рынок, это, скорее всего, там внизу. Подворотник, где мы были. Че надо? Фу, ваша дверь пахнет, словно фекалии под соусом из блевотни. Пожалуйста, дайте мне несколько передатчиков оттуда, где живут люди с более высоким доходом. Парком, если ты заберешь у меня часть другого хлама. О, стоять. Так, ключи для рюкзака. Мы только за эти можем покупать? Ай-яй-яй. Всегда увеличить число вещей, которые вы можете хранить в банке. Это я покупать вообще не буду. Я куплю для снайперки. Всегда увеличить число вещей, которые вы можете таскать в рюкзаке. Да, безумный Эрл. Так. Эхо корзина, башня будут руководить с тобой отсюда, когда постараетесь. Так. Можно нести на 12. Черт. Что еще можно улучшить себе? В основном я буду снайперку юзать. Давайте я ставлю, пускай будет. Так, черный рынок. На черном рынке передаются улучшения для персонажей, но приобрести их можно только за лунные камни. Лунные камни можно получить за выполнение заданий, найти в сундуках с сокровищами и собрать с поверженных противников. Тебе нужно так перепрыгнуть гиперионскую барахла спринтинга и да сразу передать Джеку, как только закончишь с этим делом. Мы типа... Мы что сейчас, я догадаюсь, я просто не слышал. Прощайте, наверное, скорее она хотела сказать. Ну, сколько я теперь могу носить? 18. Ну, в принципе, нормально, я думаю. Я думаю, нормально. Я просто в первой части мы же за деньги, да, продавали. А тут мы за такую валюту довольно... Так, слушай, посылаю тебе контрольную точку, чтобы показать, как вы туда забраться. Я вот такая... Я добрая. Я вот добрая. Да, забраться я тут знаю как. Сейчас мы этот заюзаем просто. Да? Походу, что да. Так, возьмите передатчик, первый. Связь здесь, но сигнал слабый. Можешь хлопнуть по передатчику? Так лучше, подожди секунду, пока я тут себе все налажу. Но она из их забрала. На самом... Так, прислала кого-то. Я просто решил сказать тебе об этом, потому что просила связаться с тобой, если кто-нибудь... объявится. Неужели она ни разу меня не упомянула? Вот так, понимаешь, теперь что я имею в виду? Это сигнал. Он идет из Конкордии. Я скину тебе координаты следующей вышки. Так, хорошо. Следующие координаты у нас на другой стороне. Так. А что это за ракета, мне интересно? Отлично. Заработала, теперь
Откалибруйся, сейчас кое-что тут покручу. Нет, мама, ты знает, почему я не возвращалась к тебе. Здесь безопасно, компания не знает, что я здесь. Я жить под то же имя, потому что он думает, что я его меняет. Мама, не плачь, не надо, должно найти. С передатчиком что-то не так, давай перезагрузим его. Вот так. Надо вписать, мэра, есть башня. Постарайся добраться туда. О. Ага, ладно. Типа вот это Нина, это что ли? Как? Из Германии! Он хотя бы не самый низ упал. Что радует. Германка, потому что в основном в играх вот так акцент делают. Germany, Germany, Germany. Или Germany. Тебе нужно забраться на крышу. Внимание, пытка нанести ущерб государственной собственности приведут к вашему немедленной смерти. Благодарим за внимание. А, да, забыла сказать, про турели тебе надо будет их что-то там. А, они выше. В смысле, почему я не попадаю по турели? Она слишком далеко, что ли, для меня? Я не хочу тратить на снайпер. Да хотя... О. Так, последний датчик подключить. Так, здесь нет у нас ничего? Походу нету. Так, похоже, пара пули попала в коробки, так, рулей и передачи. Так, поройся в обломках турелей. Так, найди что-нибудь. Это такая штука, с которой передатчик снова заработает. Маленькая черная коробка. Вот она. Отлично, дай мне минутку. Что побери, так, умеешь ты взлетать парня? А нельзя ли тебе подписаться на оказание? Более физической услуги. Я сейчас просто как... Как лококучий же так, вулкан. И мне вовсе не помешало бы не остановить пар. Тьфу, гадость. Я не всегда говорила посетителям, что сирена не предназначена для... Ладно, с Мэрифом я разберусь позже. Окей. Похоже, все готово. Отправляйся к нашему управлению, которое я отметила на твоем эхо. Включи его, чтобы я смогла ввести последние данные. Так, и засечь сигнал. Так, пролетите. А, затяжной прыжок. Кажется, я немного перелетел. В смысле стоять? О! Это у нас что такое? А, это купить! Лайм пули. Тебе явно не помешает бы выпить. Восстанавливает боезапас 0.1. Так, утоляет жажду оружия, дает восстановление боеприпасов. Время действия 30 минут. А, это временные у нас бафы, да? 30 минут, 30 минут. Кера? Пурпурная? А, не, это показалось. Так. Короче, это у нас напитки добавлены в игре. В игре? Но дело в том, что там идет тоже трата. Черт, неужели мне заново нужно идти? Ладно, полетели. Значит, все-таки там где-то была на крыше. В этом участке. А, вот. The
Этот сигнал идет из пика кризиса. Могу я теперь вернуться к охоте по гордостной нимфа? Это странная странция связи, Даль. Там уже много лет, никого ничего не. Похоже, он опять работает. Иди его так, вырубать. Да, в другом новосяк у меня и все еще есть. Меня стрелять, только это. Что-то он сказал кул, кул, это как бы круто. Звучит круто. Так, снизу, да? Внимание, граждане Конгресса. На следующее предупреждение город объявляется закрытой зоной для вашей же безопасности. Никакого не впускает, никто не выпускает. Это все. Какая муха его укусила? Черт, это еще не хватало. Возвращайся к Мокси, у нее везде есть потайные переходы. Ну я и шутник. Вернуться к Мокси. Че они такое в положении вели? Мокси? Если ты ищешь Мокси, дружище, ее здесь нет. Когда я так, уединение в потайной мастерской. Свой напиток можно ждать бесконечно. Если бы я был так разделен еще более, то... Банда, вон там выскакивает кнопка, достаточно ее надо будет нажать. Уф, чуть не проболтался. Так, который себе давно поставил. Так. Ты говоришь здесь, да? Хера, вот это сейф, слушай. Потянуть. Он, короче, раскрыл места. Нажать. Перья птицы, перья птицы, перья... И черт! Залезай же! Эй! 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 Что тут делаешь? Что тут делаешь? У меня есть другой костюм есть. Просто невероятно. А, у нее есть другой костюм есть. Черт, я очень не люблю, когда меня заставляют не в образе. Чего тебе надо? Этот Мерив запрёр так выходы, и если мне не придется дальше слушать его рассказы, то я вскоре в себе вены, украшенные бриллиантом. Бритвы. Так что я знаю, где выход, но... Не стану показывать его, пока ты не пообещаешь молчать про то, что ты видела. Разумеется, солнце. Отлично, ведь если ты проболтаешься, мой сын похоронит тебя заживо. Сын? Так, у нас Мокси, оказывается, этот... создает роботов. Нифига себе. Вот это новости. Так. А что это? Так, дворянка. Мод класса. Требуется класса... Так, бла-бла-бла. Модификация класса. Вы получили модификацию класса. Модификация класса — это особый предмет, уникальный для каждого класса, который усиливает или те или иные характеристики персонажей. Редкие модификации класса также дают вам дополнительные очки навыка. Окей. О, тихо, задание появилось на доске. Пойдем за заданием, что ли? Let's get deadly. Так, скорость полета пули. А, критический урон. Скорость прицеливания. Блин, я не знаю на самом деле. Но размер магазина, походу, там по единичке прибавляет. Скорость полета. Критический урон. Да, давайте критический урон довольно. Я пойду задание лучше возьму. Кажется, мне уже хватит. Ладно, последнее. На... Шок. Пошок, сошок. Где задание стоять? На уличке? А, доска объявления. Так, прочь страдающему влюбленному. Моя дорогая жена отправила показатели и до сих пор не вернулась. Она все еще там. Блуждает по этой полной опасности глуши. Если в ней не стрелялось чем-то похуже, прошу тебя, отыщи Дейдеру и верни ее мои объятия. Я отправил тебе так извинения, координаты. Но какая беда, что если моя жена Роза так попала в грубые лапы бандитов, или же сожрали кто-то там, умоляю тебя.
Так, найдите эхо Дрейда. Так, теперь мне снова нужно... Короче, давайте в городе разберемся и выйдем отсюда. Походу... Запись сверху, да? По майке? Нет, подо мной где-то. Где-то подо мной. Где-то любимая моя. А, это, походу, мне к выходу, да, нужно идти? Все. Или стоит... Да, походу, к выходу. Ну, хотя, или перейдем... А, давайте, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.